Валерий Алексеевич, на прививочку готовы? Как пионер. Валерию Кочневу почти 70. Как истинный глава семейства, пришел на прививку самый первый из своей семьи. Признается, элементарно хочется вернуться к прежней жизни и не переживать из-за возможного инфицирования, ведь пандемия еще не завершилась. Вот попробуем. Супруга моя вот должна тоже после меня зайти. Бесплатно, а теперь и круглосуточно. В Самарской области открылись 2 прививочных кабинета, работающих непрерывно. Один в Самаре на Мичурина 125, другой в Тольятти на базе Ставропольской центральной больницы. Темпы вакцинации в области наращиваются по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова. В регион поступило более 300 тысяч доз вакцины от COVID-19. Благодаря круглосуточным прививочным пунктам вакцинироваться теперь смогут больше жителей, в том числе и те, кто днем работает. Ведь молодежь очень трудно среди рабочего дня на самом деле застать. И если у них хоть один выходной есть, суббота, воскресенье, понятно, что они стараются отдохнуть. А сейчас возможность такая есть, что после рабочего времени приехать вечером привиться. А это самая такая миграционная, миграция большая у этих людей. Самые подвижные они люди. Они могут быть носителями инфекции. А если мы их привьем, по крайней мере, мы знать будем, что мы защищаем дальше население наше. В Самарской области сделали прививку от коронавируса уже более 250 тысяч человек. Свыше половины из них граждане категории 65+. Гульфия Сафина, «События».